зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик, ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя. Love story по-русски. Ой, дорогой. Да. Как ты думаешь? Ага. Свитер брать с собой? Бери. А, тебе хорошо говорит, бери. Ага. Я в нем на юге запарюсь. Не бери. Днем-то жара, вечером прохладно. Ага. Вот без свитера как пить дать? Простужусь и умру. Бери. Ну ты заладил, бери, не бери. Тебе плевать, жена умрет или нет, да? Хочешь от меня избавиться, убийца? Солнышко, ну делай, как тебе удобно. Вот такую мелочь не можешь решить самостоятельно. Брать же не свитер или не брать? Да бери, черт побери. Пожалуй, ты прав. Че таскать с собой лишнюю, верно? Не возьму. Че б я делала без твоих советов? Ой, ой, это Семен Альтов. А сейчас телефонный разговор Михаила Жванецкого. Алло! Алло? К тебе можно зайти? Можно. Но есть нюанс. Какой? Муж. Ах, ты замужем. Поздравляю. Ну и как? Хорошо. А что, муж хороший? Очень хороший. Но есть нюанс. Какой? У него семья. Так значит, он с ней? С ней, но есть нюанс. Какой? Он все время у меня. Так значит, хорошо. Хорошо, но есть нюанс. Какой? Я люблю другого. Почему ж ты не с ним? Он меня не любит. Так значит, можно зайти? Конечно. Еще один телефонный разговор. Михаила Мишина. Алло. Алло. Это ты, зайчик? Ну, зайчик. А чего сейчас мой зайчик делает, а? А ничего зайчик не делает. Зайчик, а твой волк дома? Нет, дальше что? И не скоро придет, а? Нет, дальше что? Ой, я хотел скорее увидеть своего зайчика. А больше ничего, да? А ты чё, зайчик? Ты чё, на меня сердишься, что ли? Это ну чё спрашивает? Я вчера жду-жду. Ну, зайчик, вчера было никак. Это моя кобра целый день была дома. Я так больше не могу. Ну, я понимаю. Надо что-то решать. Ну. Ты же знаешь, как он всё чувствует. Ну, ещё. Вчера утром он встал с постели и говорит, посторожи место, чтобы никто не занял. Я на секундочку. Зайчик, ну я же не могу. Ну вот так вот сразу. Ничего себе сразу. Это длится уже год. Ну, предположим, не год, только месяц. Это для тебя месяц. Нет, это все-таки не мужчина. Кто, я не мужчина? Найди себе другого. Птенчик, ты что, обиделся? Обиделся. Птенчик. Ага. Ну ты же знаешь, что я птенчика ни на кого не променяю. Тебя не променяешь? Не променяю. Но ты же мой птенчик, да? Ага. Мы маленький птенчик, да? Ага. Мы лысенький птенчик, да? А... Это кто это лысенький-то? Ну ты мой крокодильчик кривоногенький. Кто кривоногенький? Ну ты мой крокодильчик Гена. Слушай, какой еще крокодил Гена? Ты что там, Зинуля? Кто я? Зинуля? Слушайте, там на проводе. А. Прежде чем обманывать жену, научитесь правильно набирать номер телефона своей крольчихи. Алло! Это алло! Зин! Таня, что ли? И не Таня. Неужели Люба? Молодой человек, может, мы с вами еще и в города поиграем, а? Алло! Это алло! И не Зина, и не Люба, а Стелла. Вы кому звоните? А я человеку звоню. А я что ж, по-вашему, насекомый, что ли? Извините,
А это что? Не 320-26, а? Это 230-36. Слушайте, 230-36. А ну-ка повесьте трубку, а? Ага. Сам звонишь, сам и повесься. Подождите. Подождите. 230-36. А вас что, правда Стелла звать, а? А вы правда не Геннадий? Не. Значит, вы это не он. Значит, я это не он, а вы, значит, не она, да? Ну, раз вы не он, значит, я кто-то другая. Слушайте, 230-36, а? А может, я вам еще позвоню, а? Можно. Только осторожно. А я осторожно. Ой, ой, кажется, моя пришла. Я вешаю трубку. Я тоже. Пойду своему обед готовить. Ой, а моя мне уже все приготовила. Ага. У вас у мужиков в жизни, как у хомяков, одна задача – пожрать, поспать и сдохнуть. Ну надо же, как голоса похожи, а? Ой, надо же, как все мужики похожи.